налегке вещей девать некуда. Ну что, друзья, выбрались мы на Волгу. Сегодня мы планируем пойти прогуляться. Большая прогулка у нас. Сейчас мы находимся в Кокшайске, Мариэл. И отсюда по Волге пойдем в сторону Казани. Есть идея дойти до Казани. Там есть острова, тот же там остров Маркиз известный, на котором когда-то еще в старые времена там чуть ли не вся Казань отдыхала. Ну и посмотрим ландшафт, посмотрим места, прогуляемся. 100 с лишним километров в одну сторону и 100 километров обратно. Итого 200 с лишним километров у нас будет прогулочка. Конечно, поедем с ночевочкой. С Атиком прогуляемся. Вот Атик со мной. Вот он уже в предвкушении похода. Так что лодка Азимут, мотор Сузуки. Потихонечку пойдем. Кстати, испытываю новое кресло. Тоже интересно, как себя покажет. Хотя конструкция проверенная, уже многие пользуются довольны. Надеюсь, и меня не разочарует. Ну что, двигаем потихонечку. Время 9 часов 20 минут. Сразу ставлю отметочку. Все, вышли. Это большой остров, но он нам не нужен. Хотя берега посмотрим сейчас. А вот тот остров очень приятный и красивый. Мы там были, отдыхали. С Атиком туда приезжали. Сбрасывать газ нельзя, а то слепни пролетают. Большой остров, он довольно такой неплохой, то есть на самом деле берега-то хорошие. Смотрю, и хвойные деревья есть, и там какой-то домик даже стоит такой обустроенный. То есть на этом большом острове, то, что недалеко от Кокшайска, довольно неплохо. А там деревня. Смотрите, красиво, прямо у воды деревня так стоит. О, Атик проснулся. Атик, давай назад. Это я ему специально сделал, так вот поставил банку, чтобы под ней было место тестенью. Он туда уходит спать. Ребят, сделал паузу, вот тормознул, просто тормознул постоять на воде. Какая же красота. Какая же красота. Да. Жарко, тепло. Атик, он ищет место.
Сейчас мы пойдем, ему станет прохладней. На кресле, хочу сразу сказать, очень удобно. Потом подробнее покажу это кресло. Хорошо. Моторчик тоже пока работает, все нормально. Это для него первый такой дальний выход. Звенигово. За этими островами находится город Звенигово. Но мы его не увидим, потому что закрывает острова, а мы туда не пойдем. Протоку. А здесь красивое местечко, кстати. Красивые берега. Очень приятное место. Вон места отдыха на берегу видны. В общем, Звениговские острова, за ними Звенигово. Час ходу ровно. Час ходу, неспешного. Крейсерская скорость у меня где-то, около 30, наверное. 30 км в час иду. Водичка хорошая, он ровный, тишина, прелесть. Идти, конечно, одно удовольствие по такой воде. Погода тоже шепчет. Идем дальше. Друзья, видно вам или нет, но вон там уже виднеется город Волжск. Дошли до Волжска. Почти 2 часа. А это остров. Сейчас мимо него пройдем. Вернули. Вот там основной фарватер Волги, разлив, и вот это вот, не знаю, видно вам, нет, это остров Град Свияжск.
построен Иваном Грозным. У него здесь была база перед походом на Казань. Вот. Очень такое уникальное место. Конечно, раньше он не был островом до образования водохранилища. Раньше был просто город на возвышенности на берегу Волги. А сейчас это остров Град. Вот, не знаю, пойдем это или нет. Но вообще у нас есть более важное дело. А вот на том берегу, там вот монастырь, и там находится, там где-то на горе, вот на той Иннополис. Инновационный город Казани. Что-то на вроде Сколково в Москве, но только говорят, что он вроде более удачный проект. Иннополис. Вот смотрю, метеоры отходят там вдали. Островок занят. Смотрю, тут тоже собачка бегает. Так что нам надо искать что-то другое. Вон они уже виднеются. Высотки Казани. На горизонте. На горизонте видна Казань. Вот, друзья мои, верхний Услон. Верхний Услон. Паром стоит на том берегу Казань. И паром ходит в Казань. Верхний Услон. Уникальное место. А вот эти острова, это острова как раз бывший Маркиз. Тут был огромный остров, да, образование водохранилища, который был с белыми песками. Вся Казань отдыхала здесь. Вот. А сейчас вот что осталось, то осталось, а пески ушли под воду. Кстати, там еще один паром идет, поэтому мы сейчас попробуем. Так, остров Маркиз. Настоящий Маркиз. Катера, яхты стоят. Черчики. Идем смотреть место. Вот это старый водозабор Казани. Еще с 19 века. Забор, конечно, уже 100 лет заброшенный. Вот такое вот местечко. Здесь никого нет, может быть, даже здесь мы и заночуем. С
Страшные какие заброшенные здания. А здесь так ничего. Вид на Волгу. Кстати, да. Скорее всего, здесь и заночую. Вот, друзья, встали мы на острове. Не на песчаном на том, а на из казанцам известном острове старой насосной станции. Когда-то до революции здесь была насосная станция на этом островке. Сейчас вот такая заброшка осталась, она давно уже не используется. Здесь просто никого нет. Остров небольшой, весь проходимый, я могу отпустить. И кроме того, здесь не так много мошки и насекомых, как на всех вот этих песчаных островах здесь, на Казанские острова, не скажем так. Природа на них тоже такая не особо, то есть это кустарник, лиственные какие-то деревья, и песок, и камыши, и куча-куча, соответственно, насекомых и людей, которые приезжают на песках поваляться, поплавать. Поэтому мы вот вышли на этот остров. И прекрасно. Вот, поставил палаточку. Сейчас вот столик такой. Вид на Волгу. Вид на Волгу. Чем меня восхищает Казань? Это прямо такой здесь центр речного движения. Много всяких катеров, лодок. Теплоход за теплоходом, большие и маленькие теплоходы, метеоры, кометы на подводных крыльях, маленькие катера, лодочки, яхты, очень много парусных яхт. Вон даже видно, наверное, да, идет одна. То есть все это двигается в разных направлениях, в этом, ну, прекрасно, прекрасно. Мне очень это нравится, понравилось в этом смысле. Вот поставил палаточку. Прекрасный вид отсюда на Волгу. Вот мой азимут стоит. Поставил столик. Любуюсь. Главное, что Ату может спокойно побегать свободным. Здесь он уже побегал, походил. И для меня это очень важно. Очень важно. Вот. Ну и опять же, никого нет людей, красота. Так что вот, друзья, базируемся, отдыхаем. Я вам весь сгорел, блин, на солнце. Хотел эти рубашку с длинными рукавами, но не подобрал ничего. Так вот, футболочки налегке. Ветерок обдувает, кажется, не жарко, а к вечеру прямо понимаю, что руки все сжег. Хорошо хоть джинсы одел. Ну, джинсы я понял, что чтобы ноги не сгорели, тоже надо не в шортиках, а в джинсах. И вам советую, если вы ходите куда-то по солнцу, одевать все с длинным рукавом. Будьте осторожнее. Итак, Атику сегодня оленина на вечер. Открываем, смотрим. Все-таки швейцарские ножи — это вещь. Прямо не нарадуюсь.
Кристина крылашка и ножик. Все в одном. Что-то я даже другие перестал брать, честно говоря. У меня даже мора дома осталось, я не взял мору. Геркулес. Все-таки для похода в Геркулес самое то. О! Ну-ка. Одобрил. Сейчас у него есть тарелочка складная. Вот. Так. Посмотрим, что он скажет насчет оленины. Давай, Атик. Что ты скажешь насчет оленины? Ну, не знаю, не возражает. Не возражает. Доброе утро. Вот, друзья, время 5 утра. Встал. Разжег примус, сейчас кофейку сделаю. Атик вон там спит, вот там. Не стал со мной спать в палатке, видимо, жарковато, душновато. Вышел он ночью, спал рядом с палаткой у меня. Но далеко не отходил. Переоделся, одел рубашку с длинным рукавом. Надо было еще вчера одеть. Но футболки вроде как-то удобнее. Зато руки сгорели все нафиг за весь день похода. А это, как я понимаю, действующий водозабор. А может быть и нет, но похож. Не знаю, удобно это или нет. Сейчас проверю. Ну что, друзья, мы собрались. Азимут собран. Атик вон лежит сейчас. Его позовут, уже пойдем. В общем, в чем проблема у нас? Бензина в теории должно хватить, но прямо в обрез. Честно говоря, думал, не хватит, но сейчас посчитал. Прямо в обрез может должно хватить. И у нас выбор либо заехать на плавучую заправку, либо рискнуть пойти. А там уже, если даже закончится, ну, искать, где заправиться, если вдруг такое случится. Вот. Но дело в том, что если я заранее пойду на плавучий АЗС отсюда, то тогда, скорее всего, мне точно не хватит бензина. А так должно хватить. Поэтому, наверное, думаю рискнуть. Тем более такая жара. Кататься сейчас в поисках плавучей заправки, на которой я не был, не хочется. Вдруг что? Вдруг не работает или что-нибудь еще. Прокатаемся и не заправимся. Что, стартанули? Все, прощай, остров. Кстати, прочитал, этот водозабор хотят сделать. Ну, ходят слухи, что обсуждается. Можно сделать из него музей Волги. Ну, или очередной яхт-клуб. Так что, может быть, до него руки доберутся из этого островка с этим старым особняком. Что-то сделают. Ну, а ему спасибо за ночлег. Мы пошли. Вот заправочка Татнефть. Плавучая. Не знаю, попробую, получится заправиться или нет. Все такие нормальные катера здесь заправляются обычно. Ну что, все бывает первый раз, попробуем. Есть. Ну что, заправился? Заправились, ребята. Сейчас дальше идем. Уже смело. Ребята помогли.
Ну, в общем-то, неплохо. Вот он, Татнефть. Десяточку я залил. Теперь я вообще не переживаю. А то фиг уже знаю, потому что масло-то у меня есть. А вот бензин в обрез был. Ну все, можем держать путь домой. Держим путь домой. Сейчас я разведу еще бензинчиком на эту десяточку, маслицем, и будет нормально. Подходим к Акшайск. Блин, а сколько же машин на берегу, ё-моё, сколько отдыхающих. Смотрите, места не видно свободного.